5 килограмм до веса. Первый предфинальный заезд на первом карте. Первый карт, первый предфинальный заезд. Четыре круга едем. Поехали. Так. Обновленная трасса. Медленная связка поворотов. Погнали. Ё-моё, я извиняюсь, товарищи организаторы. Больше такого не повторится. Это был финиш или что? Ну ладно. Надеюсь, что это был финиш. Чириков, хреново дирижируешь.
Приехали. Ты сюда стоял, ты сюда вставай, ты отсюда вставал. Чего? Мы, карты ставим на свои места, люди меняются. Ну так всегда было. Как это? Карты как ставим? А, извини. Куда я дел? Где мой довес? Это не мой. Я довес потерял. Я довес потерял! Это не мой! Блядь, я довес потерял! Так, второй заезд на 45-м карте, предфинальный. Пять к игре. Эх, черт!
по-моему, так нельзя. Хотя... Ну ладно. Пусть будет так. Пусть и Костян победит. Да, жалко. Малое замечание. А у кого большое? А за что? Мало места оставил здесь. Вот здесь я? Человек уже реально вот не помещался уже. Так я в первый ехал, он сам меня входил. Третий предфинальный заезд на 43-м карте. Да, этот вообще не едет. А, это плохо поворачивающий кар. Блин, а? Ты что творишь, Юра? Ты что творишь? Юра, ну ты вообще... Охамел, капец.
Юра, тебе нельзя так было делать. Почему? Да мы с тобой едем вот так примерно. Я уже всунулся в тебя. Ты меня убираешь, ты должен мне место оставить, понимаешь? А ты мне нарочно в колеса убираешь. Так нельзя делать. Да, потому что я уже поравнялся с тобой не вот так. Так. Что значит не так? А я не мог уйти. Ты мне место не оставил. Нельзя так делать. Где? Там, когда в колеса мне убрал. Ну, я как бы вышел из последнего поворота широко, да? А он поуже. И вот. Так, руки вот, вот так. Ну так, и мы выходим из поворота. Тут колеса стоят. Он мне не дает проехать. Я пришлось по колесам бу-бу-бу-бу-бу все собрать. А вы ехали между собой как? Вот так примерно. То есть он впереди не был. Он был вот так. Я ехал вот так. Ну я пронятый. Так в любом случае нельзя. Не, ну ты хочешь, чтобы Юр, я тебе пока даю замечание. Ай, блядь! Давай, родная, езжай. Чё ж ты творишь? Так нельзя, а?
Хорошая борьба была. Сейчас шестерка должна. Я точно на шестерке поехал. Что, ты последний сейчас? Обознал. Это будем, четвертый заезд будем пересматривать, там пиздец. А что? Ну ладно, смотрите. По-моему, жестко, но все нормально. Ты не видел много вообще. Ну я с видеманом корректно работал. Ну давай. На четвертом карте заезд. Навес есть. Давай, 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 давай. Корова на льду. Ладно. Пусть едет. Молодец.
Молодец. Ну, как бы он сейчас был как Юра, только чуть-чуть дальше, то есть вообще вот так. Если бы я, конечно, был понастойчивый, я мог бы тоже поломиться и сказать, что меня не пустили, но я его пропустил. Ладно, мне не... я не против, пусть едет. Не стал я претензию делать. Ну, там как бы был момент, когда, помнишь, в кольцах? А, там, когда... Да, ты мог бы меня прессануть, но я... как бы не стал ехать. Давай, давай, давай. На двоечке последний заезд. А двойка-то прет. Это жестко слишком. Давай, 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 Первый.